мы немножко помолчим. Точнее, что я буду молчать? Я молчать не буду, я просто... Что я сегодня сделал, я послушаю. Как говорят те, кто появился в магазине «Электросила» здесь, на Комсомольской, 17. Для того, чтобы вы могли очароваться удовольствием от низкой цены и качества обслуживания. За лампочками пришла. За лампочками, да? То есть бегать никуда не нужно, да? Можно и сюда прийти. Не, ну почему? Это рядом, это удобно. Нормально. Чтоб далеко не ходить, сыро на улице, грязно. Понятно. Давайте, чтобы у вас все было хорошо и красиво. И у вас также. Ну, если я в нем нахожусь, как нравится. Нравится, да? Почему конечно нравится? Ну, ассортимент, качество, наличие. Есть все. Ну, практически, да. То есть можно говорить, что неплохой магазинчик, мягко так скажу. Давайте скажем по-нормальному, хороший магазин. Все. Что резко сейчас в нашем это время. Правильное решение. Пусть лучше так будет. Да, пойдет. Вы сами ремонтируете, да? Да. То есть все здесь берете? Да. Отвертки, провода, никаких проблем? Ну иногда еще где-нибудь беру. Но по большей части все-таки электросила вас устраивает? Да, да. Все хорошо, все у себя есть в наличии. То есть можно говорить, приходите? Да. Почему вам здесь нравится? Широкий ассортимент. Широкий ассортимент, да? Все, что нужно, здесь продается? Практически. То есть никаких проблем не возникает, да? Можно взять от и до? Ну, можно и так сказать. Спасибо большое. Пожалуйста. Вопросы достаточно простые. Почему электросила? Ну, значит, сюда, в данное заведение я хожу порядка 10 лет. 10 лет, молодцы. Да, порядка 10. Значит, что мне здесь устраивает? Оперативность, ну, цена приемлемая, накопительная система здесь существует. Собственно, вот основные критерии. А вопрос вы не задавали для себя лично? Может быть, в городе есть отдельные структуры, которые типа то же самое продают? Я просто так же по ним прокатился и понял, что в принципе смысл-то некуда. И незачем ехать, потому что они делают грамотно китайский принцип. Продают дешево и много. Правильное решение? Правильно. Я пробовал заниматься тем же самым, но остановился вот на этом варианте и не жалею. А чем вам нравится электросила? Цены приемлемые. Цены приемлемые, да? В принципе, есть всегда, и всегда можно купить то, что вам нужно. Да, все есть. То есть проблем не возникает никаких? Нет, никаких. Все есть. Почему мы приходим покупать? Покупать приходим? Ну, нравится цена, да? Нормальная цена. Понравилось, да. Можно говорить, да? Можно. Нужно даже. Можно говорить даже нужно. Да. Все, спасибо. Цены выгодные. Цены выгодные, все. А еще раз вам огромное спасибо. Да не за что. Мой канал «Дом, милый дом», телеканал «Терра». Уже ему скоро будет 20 лет, кстати. Автостоп через по 2 года будет 25 лет, а этому уже будет 20 лет. Все, неплохо. Надо тогда быстренько. Не обязательно, нам не надо торопиться. Нам все надо понимать, о чем идет речь. Почему все-таки электросила? Почему вы сюда приходите? И неоднократно же? Нет, да, я постоянный покупатель. Потому что здесь знающие девочки работают. Предлагают хорошую продукцию, качеством проверено, и в принципе все устраивает. Все устраивает, да? То есть даже бегать никуда не приключается. Даже и нет. Не нужно, да ведь? И не нужно. Всегда сюда. Все, и полетели дальше. Всем спасибо большое. То есть в принципе, больше и говорить не буду. То есть люди вам показывают грамотное количество, качество и цену товара. И цена товара в электросиле, что на вокзальной 5, она выше всяких похвал. Это говорят люди.